Юрий Яковлев, наш Андрейка. Вы встречали человека в шубке с шарфом за спиной, небольшого человека с карамелькой за щекой. Кто такого не заметит? Вздернут нос его слегка, а в глазах веселых светит два задорных огонька. Заметает все тропинки вьюга вдоль и поперек. Тают легкие снежинки, чуть коснутся жарких щек. Он шагает с папой рядом по хрустящему снежку. «Поторапливаться надо», — говорит отец сынку. Поспевает сын едва. Папа шаг, сынишка два. Только вышли к повороту, повстречался папин брат. «Вы куда?» «Мы на работу», — папа с сыном говорят. Их завидев светофоры, свет зеленый им дают. Тормозят в пути шоферы, пусть рабочие пройдут. Вместе вышли на лесную, миновали проходную. На углу часы висят, под часами детский сад. Говорит отец, «Ну что ж, сам теперь, сынок, дойдешь?» Сын в ответ, «Дойду, конечно». А когда запел гудок, папа в цех пошел кузнечный. В детский сад свернул сынок. День морозный в город входит, на снегу шаги скрипят. Нина Павловна выводит на прогулку всех ребят. Полетели, словно птицы, словно голуби снежки. Шапки, шарфы, рукавицы замелькали, как флажки. Мчатся сани, встречный ветер дует, дует все сильней. И теперь никто на свете не обгонит тех саней. Чьи-то сани вдруг столкнулись, на ходу перевернулись. Засмеялись все кругом, лишь Андрейке не до смеха. Ведь не он на санках съехал, санки съехали на нем. Нина Павловна взглянула, что за снежный человек. Быстро варежкой стряхнула с побелевшей шубки снег. Говорит, постой-ка рядом. Дух Андрейка перевел, озорным веселым взглядом всех товарищей обвел. Засмеялся звонко, отбежал в сторонку. Из пушистой рукавицы, из Андрейкиной руки полетели словно птицы, словно голуби, снежки. Чтобы люди не скользили, дворник лед скребет скребком. Чтобы смело проходили, посыпает двор песком. Льда и снега очень много, не спеша скребок шуршит. Но Андрейка на подмогу с ребятишками спешит. Он мороз встречает смело, у него лицо горит, потому что он без дела ни минуты не сидит. Стал он снег сгребать лопатой, скинул варежки долой. Собираются ребята, кто с лопатой, кто с метлой. Как взялись они за дело, как работа закипела. Валят снег в большую груду, звонки скалывают лед. Снег давно прошел повсюду, только здесь метель метет. Здесь работы много было, проходите без помех. Даже снега не хватило в нашем дворике на всех. У мальчонки невелички потерялись рукавички. Дал Андрей ему свои. «На, возьми пока мои!» Обнял мальчика рукою. Говорит ему, «Пойдем, рукавички мы с тобою обязательно найдем». У ребят сломались санки. Все притихли. Как тут быть? Собирайте рейки, планки. Надо санки починить. Встал Андрейка на колено.
Стал он гвоздь вбивать поленом, но не слушается гвоздь. Он идет то в кривь, то в кось. Не прибить Андрею рейки. Плохи стало быть дела. Нина Павловна к Андрейке незаметно подошла. «Не беда», — она сказала, — «молоток большой достала». Взял Андрейка молоток. Молоток ему помог. Гвозди вбиты, все готово. Санки с горки мчатся снова. На снегу из-за берез показался черный пес. Петя взял морозный ком, бросил в черного снежком. Пес мохнатый заворчал, он залаял, зарычал, поднял грозно хвост трубой. «Выходи, малыш, на бой!» Петя крикнул: «Эй, Андрей, на лопату, пса побей!» Но Андрей шагнул вперед, без лопаты к псу идет. Говорит ему вблизи: «На, конфетку погрызи!» Черный пес вильнул хвостом, сгрыз конфету, а потом с малышами подружился и запрыгал, закружился. В вышине гудок поет, на обед завод зовет. Папа выключил станок, пообедать надо. И услышали гудок в садике ребята. Вкусно пахнет пирогом. На обед домой бегом! Нина Павловна из сада, а за нею все гуськом. На порог Андрей шагнул, шубку скинул, снег стряхнул. Но за стол садиться рано. Кран открыл, вода из крана. Мыло юркое скользит, мыло выскользнуть грозит. Полотенце взял в углу, руки вытер и к столу. Все ребята замолчали, только ложки застучали. Вот Андрейкина тарелка супа жаркого полна. Вдруг тарелка стала мелкой, ложка достает до дна. У соседа, у Петра, крошек целая гора. Мальчик кушал здесь, едва ли, может, чижики клевали. В свою столовую давно слетелись птицы под окно. Ее ребята сделали из двух досок вчера. Ребята пообедали, и птиц кормить пора. Галки все сюда слетелись, замахал снегирь крылом. Воробьи шумя расселись за березовым столом. Здесь ни вилок и ни ложек у гостей пернатых нет. Им Андрейка вкусных крошек приготовил на обед. Дробно щелкают, стучат, клювы крепкие галчат. Разодрались воробьи. Чик-чирик, мои, мои! Им сказала строго Настя: «Разделите все на части. Поклевали — улетайте». Быстро кончился обед. «К ужину не опоздайте!» — им кричит Андрейка вслед. В тихий час глаза сначала закрываться не хотят, но усталость укачала, и ребята крепко спят. На полу не скачет мячик, и волчок жужжать устал. Даже самый шумный мальчик самым тихим стал. Кончен тихий час, сейчас наступает шумный час. Встал Андрейка по часам, и, как все ребята, он кровать заправил сам, ровно, аккуратно. Все ребята в башмаках, а у Петра башмак в руках. Говорит: «Пока я спал, почему-то стал он мал». Подошел Андрейка ближе, поглядел на башмаки и смеется: «Посмотри же, ведь башмак не с той ноги!» От окошка до порога непрерывная езда. Здесь железная дорога, здесь проходят поезда.
рельсы тонкие и шпалы, водокачки и вокзалы, семафоры и мосты. Все сейчас увидишь ты. Паровоз гудит басистый. Я не вижу здесь детей. Здесь связисты, машинисты и строители путей. Всем сейчас нашлась работа. Петя в руки взял флажок. Он стоит у поворота. Что есть сил, трубит вражок. Настя мост несет в охапке. Не проедешь без моста. Наш Андрейка в красной шапке отправляет поезда. Почему, спросил он строго, стал курьерский на мосту? Здесь железная дорога, здесь минуты на счету. В это время загудели паровозы в тишине и помчались, полетели поезда по всей стране. Вечер, снег бесшумно реет, за окошком синева. Поскорее, поскорее попадайте в рукава. Надевайте рукавицы, поднимайте воротник. Снег хрустит и серебрится. Мчитесь, санки, напрямик. Грузовик стоит уныло, не работает мотор. Кепку сдвинул на затылок озабоченный шофер. Наклонясь вперед плечом, он орудует ключом. Тут Андрейка подбегает, запыхавшись на бегу. Он шоферу предлагает: «Разрешите, помогу!» Говорит шофер Андрею: «Подержи-ка ключ, сынок, а теперь подай скорее плоскогубцы, молоток!» Загудел мотор исправный, улыбается шофер: «Ну, садись, теперь по главной прокачу во весь опор!» Посмотрел Андрей на сад с ледяной горою. «А нельзя ли всех ребят захватить с собою?» Говорит шофер: «Идет, всех машина заберет». Снег взлетает, снег кружится, по двору машина мчится. Мимо горки, мимо сада быстро шины колесят. С Ниной Павловной ребята тесно в кузове сидят. Вы встречали человека в шубке, шарфом за спиной? Небольшого человека с карамелькой за щекой. Он шагает с папой рядом по хрустящему снежку. «Поторапливаться надо», — говорит отец сынку. Поспевает сын едва. Папа шаг, сынишка два. Начинает снег кружиться, галки мерзнут на ветвях, а снежинки на ресницах, на щеках и на бровях. Оба вышли за ворота, через площадь, через сад. «Вы откуда?» «Мы с работы», — папа с сыном говорят. Вдруг звонок раздался длинный, заливается, звенит. «Возвращаются мужчины!» Это мама говорит. Появились на пороге два полярника в снегу. «Вытирай скорее ноги!» Говорит отец сынку. Чистить начали друг друга. Поднялась в передний вьюга. С календарного листка молча смотрит Ленин. Посадил отец сынка тихо на колени. Снег метет, в окно стуча белой мягкой лапой. И глядят на Ильича оба, сын и папа. Говорит отец тогда ласково и строго: «В жизнь, сынок, шагай всегда ленинской дорогой». А еще отец сказал: «Первым будь в ученье, потому что завещал так товарищ Ленин». Хоть еще Андрейка мал, отвечает смело: «Как родной Ильич сказал, буду папа делать». Тихо маятник шагает, верхний свет давно погас. Книгу за столом читает папа в этот поздний час. Мама рядом за столом смотрит красочный альбом.
Вот река, вот подорожник, самолет, комбайн, вокзал. Хоть Андрейка не художник, но сумел, нарисовал. Вот военный на границе. Шелестят, бегут страницы. Кто нырнул под одеяло? Кто уже давно молчит? Раскрасневшийся, усталый, наш Андрейка крепко спит.